На предстоящих выходных красноярцев ждет много интересных событий. Самые яркие из них мы собрали в нашей постоянной рубрике «Афиша». «28 мая пройдет торжественное закрытие творческого сезона культурного центра на Высотной. Концерт снова в офлайн назван так не случайно. После пандемии это будет одно из первых выступлений артистов со зрителями в зале. В программе шоу, фотозоны, встречи с актерами и сюрпризы от организаторов. Билеты можно приобрести на входе в центр или по телефону 244-56-37. Стоимость 300 рублей». В субботу в Красноярском театре юного зрителя покажут премьеру спектакля «Анна Каренина». Жанр постановки – психологический балет в одном действии. Создатели спектакля отмечают, что несмотря на то, что сюжет уже стал классическим для театра, они добыли живую историю, пересоздали драму отношений, поступков и чувств основных героев романа. Возрастное ограничение 18+. На Николаевскую сопку открыли дорожки со стороны кластера «Радуга». Теперь жители города могут прогуливаться и кататься на самокатах, скейтбордах и велосипедах на нескольких километрах асфальта. Проезд транспорта запрещен, въезжать нельзя даже на легковушках, мопедах и лошадях. Проход на сопку через шлагбаум «Радуги» открыт каждый день с 7:00 до 19:00. В воскресенье 30 мая пройдет финал международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». В последний день соревнований спортсмены будут бороться за золотые медали, пройдут церемонии награждения и закрытия. Вольная борьба – это визитная карточка Красноярского края. В городе находится одна из лучших академий борьбы в мире. В турнире примут участие и спортсмены из нашего края.